Дизайн этой доски я разработал давно, но все как-то руки не доходили сделать. Вот нашел время, сейчас попытаюсь сделать эту доску. Делать ее нужно длительное время, занимает это изготовление много дней, но ежедневной работы, конечно, очень немного. То есть основное время это ожидание склейки. Буду делать сразу несколько досок, потому что очень много повторяющихся операций, и такую доску в одном экземпляре делать нецелесообразно. Здесь нужны две породы древесины, темная и светлая. В качестве темной буду использовать сапели. После обработки маслом она станет значительно темнее, а в качестве светлой твердый клен. Они дадут очень такое хорошее контрастное сочетание. Но можно использовать и другие контрастные породы древесины. Надо сейчас папе приклеить тут немножко. Можно я тебе помогу? Да. Папа, а почему у тебя только 0 сантиметров? Ну я же работаю. Это много инструментов. А почему тебе нужно 0 сантиметров? Ну, чтобы работать. А? А почему работать 0 сантиметрами? Можно я? Ну иди, Маш, быстренько. Ого! Все. Все, молодец. Теперь нужно. Папа, это что? Это струбцина. А чем у тебя только 100 метров работать? А чем? Без инструментов нет. Папа, почему у тебя только 100 метров? Ну, для того, чтобы работать. А? Почему? Для того, чтобы работать. Да. Все. Все. Склеили, садись на мотоцикл, мы поехали. Да, и поехали. Вот, мой малыш. И поехали. Да-да.
Склеек очень много, поэтому показывать каждую склейку смысла нет. Поэтому клеим, клеим, клеим. Ни о чем не думаем. Где-то 4-5 склеек в день можно производить. Обязательно каждый раз подставляем бруски, потому что полоски очень тонкие и прижать их равномерно достаточно сложно. Там-то не надо, только вот эти. Давай, уберу. Убирай, убирай, Валик. Все, папа доклеил. Теперь сюда ставь. Наконец я дошел до последней склейки. Приклеиваю рамку из сапели, сразу же приклеиваем защитные бруски для того, чтобы потом пропустить доску через рейсмус. Ну вот все. В принципе, промежуточные склейки можно делать с интервалом 1-1.5 часа. За это время клей хорошо схватывается и доска в последующем не подвергается нагрузке. Но последнюю склейку перед последующей обработкой лучше посушить, ну, хотя бы в течение ночи.
За счет наличия полосок разной ширины доска выглядит немножко вогнутой. Создается иллюзия, что вот здесь находится углубление. Но если мы повернем доску на 180 градусов, она будет казаться выпуклой.